Привет, ребят! Вы на канале Вестник. И сегодня мы с вами поговорим про такую знаменитую пару, как Настя Ивлеева и Элджей, а также про, возможно, будущего парня Ивлеевой Егора Крида. Не так давно по сети поползли слухи о том, что на концерте в Праге Элджей позволил себе чуточку лишнего. Артист открыто флиртовал с фанатками во время выступления, а затем позвал их в свою гримерку выпить. Очевидно, что девушке певца Анастасии Ивлеевой такое поведение понравиться не могло, поэтому она решила отомстить парню своими милыми посиделками в кино с Егором Кридом. Известно, что еще во время своих отношений с Олегом Майами Настя питала симпатию к Егору, но Крид был человеком абсолютно непостоянным и не мог дать ей той крепкой любви, о которой она так мечтала. Стоп! А прежде чем мы продолжим, пожалуйста, подпишитесь на наш второй канал. Он называется Ten Top. Там вы найдете очень-очень крутые видео. Теперь, пройдя огонь и воду, певец повзрослел и, по-видимому, готов окунуться в серьезные отношения с головой. Первая искра, по мнению поклонников, промелькнула между Настей и Егором еще на премии Муз-ТВ в 2018 году. Тогда все зрители отметили, какая красивая пара могла бы из них получиться. Но из-за этого Элджей закатил возлюбленный скандал, и отношения с Егором пришлось прекратить. Теперь же Настя знает, как мстить своему парню за заигрывание с фанатками. Она взяла, да и пошла в кино вместе с Егором. Очевидцы заметили пару, обнимающуюся рядом с частным кинотеатром «Секрет». Поклонники Ивлеевой, многим из которых очень не нравится Элджей, сразу отметили, что Крид – отличный вариант, не стоит его упускать. Что ж, остается только ждать, как отреагирует на поведение девушки, вернувшейся из тура Элджей. Что думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.